Вот теперь все. Вот такая вот огромная куча посылок с eBay. Посылок, которые приехали для вас, моих подписчиков, которые я выкупил и привез благодаря моим возможностям. Поэтому пока я перекладываю посылки с места на место, те, кто еще не мои подписчики, но которым что-то нужно выкупить, быстренько подписывайтесь на канал, идите вниз в описании под видео и смотрите на мои контакты. Там группа в Телеграме, объявление в Авито, группа во ВКонтакте, куда мне можно написать, скинуть ссылки на то, что вам нужно, и я попробую вам с этим помочь. Даже если то, что вам нужно, будет санкционное и запрещенное различными санкциями к ввозу в Российскую Федерацию. Так, ну а мы, пожалуй, что начнем смотреть, что приехало на этот раз. С вот этой многострадальной посылки приехала с eBay, но не с американского, как это у нас обычно, а с польского, из Польши. Непонятно, где у нее начало, где у нее конец, но здесь она определенно самопроизвольно хочет вскрыться. Здесь мы ее, пожалуй, скроем. Все равно ее надо будет переупаковать более красиво, для того, чтобы отослать моему подписчику. Я бы даже не то, чтобы сказал моему подписчику, а моему постоянному заказчику. Есть у меня несколько таких товарищей в активе, которые являются, ну, любителями, даже фанатами, я бы сказал, кроссовок определенной марки, определенного бренда. Один из них мой сосед, он является фанатом кроссовок Nike, но получатель вот этой посылки не первый, к слову сказать, от меня, он является фанатом кроссовок Puma. И на этот раз к нему скоренько уедут кроссовки BMW MMS RS Simu 8. Да, такая огромная коробка, потому что кроссовки эти 12 размера. Такие вот лыжики, посмотрите, какая красота. А? BMW, они называются не просто так. BMW тут есть. Смотрите. Все в таких фирмовых цветах. И даже со значком Бэхи. BMW Motorsport. Бархатные тяги. Вообще. Это раз, это два. Дядь Ром будет доволен. Так, следующая посылка с американского eBay. Так, здесь пришли окуляры. Окуляры уже мелькали на моем канале. Да-да-да, все тому же человеку. Третий уже заказ от одного и того же человека. Третьи окуляры идут. Ну, вот такой конторы, Vixen, там, мультипросветленный, 40 мм, 40 градусов угол обзора, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я, короче, не шибко в этом соображаю, вроде бы как на бинокль. Я вот единственное посмотрю, что они целенькие, и все с ними в порядочке. Так, следующая посылка у нас тут. Ага. У ребятушки это пришли сетевые карты. Вот тут вот сет у нас одинаковый. Я вам сейчас одну покажу. Вот, по-моему. Ну да, я ее не буду распаковывать. Вот эта сетевая карта под оптоволоконные коннекторы. Кто в курсе, кто плавал, тот знает. Кто не знает, не плавал, тому это ничего не скажет. Таких карточек должно быть 1, 2, 3, 4, 5. Есть такое дело. Заказал товарищ. Смотрите, грызли ее. Таможенники, наверное, грызли. В бессильной попытке докопаться до ее содержимого. Сейчас посмотрим, что они тут погрызть решили. Наверное, этому же товарищу. А нет, а нет. А да, а да. Вот этому же товарищу пришел его второй заказ. Тоже платки. Тоже какие-то сетевые. Вот смотрите, все так хорошо запаковано. Прям не очень охота мне распаковывать это все. Мне ж потом надо будет... Ну, кэюшки, вам одну покажу. В антистатическом пакетике. Вот смотрите, вот такая вот сетевая карточка. Это защитные заглушки. Сюда коннекторы для оптоволокна вставляются. Мне один товарищ говорит, я, говорит, что-то в эти видео ваши не верю с распаковками. Он говорит, нереально же, говорит, сейчас никто ничего не шлет, с eBay что-то купить. Но вот распаковываю, ребята, прям при вас. Я говорю, да-да-да-да-да. Я это все купил здесь, по месту, а потом все в коробке.
запаковал, обклеил вот так вот американскими наклейками, вот так вот скотчем Priority Mail. У меня он есть в загашнике, я специально покупаю, чтобы лапшу на уши на YouTube вешать. Вот, USPS Express там и USPS Mail там пакеты себе заказываю и потом вам вот так вот все показываю. Непонятные вещи. Да, это она, друзья. Это у нас санкционочка и предмет роскоши приехал для моей заказчицы. Помните, я вам недавно показывал ювелирку с eBay. Девушка у меня заказала сережки от Tiffany, которые ей очень сильно нравились. И вот она же заказала сумку. Вот такая красота приехала моей подписчице. Так что, видите, санкционочку и предметы роскоши тоже могу. Ну и последний на сегодня пакетик. А, все. Это пришли форсунки на мотоцикл. Тоже, между прочим, санкционка, хоть и не предмет роскоши, типа мотозапчасти санкциями запрещены к вывозу из Америки в Российскую Федерацию. Но только, как вы уже поняли, опс, сейчас бы ничего не растерять, не в моем случае. Аккуратненько. Тыц-тыц-тыц, вам покажу. А потом все запакую и своему счастливому владельцу отправлю. Так, ну и вроде все. На этом с нашей сегодняшней распаковкой все. Вот смотрите, вот специально. United States побежал, нашел, не знаю где нашел, купил, заказал из Америки на мусорке. Потом вот форсунки, чтобы вот вас всех обмануть, сложил. Запаковал, потом распаковал, вам показал. Все, уезжает клиенту. Короче, ребята, не слушайте всяких ландухов из комментариев. Кому что нужно заказать, пишите мне напрямую по ссылкам внизу под видео. И я вам закажу и привезу. На этом все. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.